произведение 2. Интеграл И, который есть интеграл от нуля до единицы g от x в квадрате dx, есть u маленькое от u квадрат, когда u стремится к бесконечности. И нам надо еще вспомнить, что такое g от x. Для функции g от x нам сейчас будет уместно, где использовать равенство через функцию ρ. Какое же там равенство? Минус сумма по d от единицы до q ρ dx. Было такое. Если мы, это я прежде чем доказывать утверждение, сделаю следующее. Я просто-напросто подставлю в выражении для интеграла значение этой функции и напишу, что получится. Это такая некоторая предварительная работа перед тем, как наше утверждение доказывать. Итак, если я воспользуюсь этим равенством, то я могу написать так, что и равняется интеграл от 0 до 1. Я должен g в квадрате вставить, поэтому минус я могу не писать. А сам квадрат я могу написать так, что это сумма. Значит, понимаете, у меня будут g, что такое g квадрат? G умножить на g. Поэтому я могу написать сумму одну такую и сумму другую такую. И мне хочется там иметь разные переменные суммирования, чтобы потом вынести все за скобки. Поэтому я буду писать сейчас g умножить на g. В одной сумме будет переменная a, а в другой сумме будет переменная b. Ну и если вынести все суммирования за скобки, будет сумма по a и b от единицы до q. Как известно, суммирование и интегрирование можно менять местами. Тут что же у нас будет? Μ. Итак, чтобы доказать утверждение 2, нам надо для вот этой вот суммы получить асимптотическую оценку. И прежде чем мы это будем делать, мы посмотрим на вот это вот выражение и обнаружим, что оно имеет некоторый арифметический смысл. Поскольку этот арифметический смысл достаточно красив, мы даже назовем утверждение об этом вот выражении простенький теорем о интегралении наибольшего общего делителя. Оказывается, если два и более контрольных числа, то их наибольший общий делитель записывается вот в каком виде. 12 АВ интеграл от 0 до 1 ро от АХ ро от ВХ ДХ. То есть вот то, что здесь у нас написано, это есть, по сути дела, наибольший общий делитель разделить на 12 АВ. Ну и когда вы эти АВ воспользуетесь, здесь надо будет